Эй, друзья, всем привет, меня зовут Илья, вы на канале Малой Плей, и сегодня мы продолжаем играть в игре под названием Slime Rancher. Вот, почитал я, короче, комментарий под предыдущим видео, и оказывается, я, короче, сглупил. Я просто даже не смотрел на то, чем должны питаться мои слаймы, и оказывается, вот эти у меня не плодоносили просто из-за того, что я их кормил, блядь, овощами. И, сука, фруктами. Вот, оказывается, мне нужны либо курицы, либо эти. Короче, либо клубничка. Вот, ну, слава богу, у меня сейчас клубничка растет, аж два дерева. Вот. И опять же, если кто помнит, в прошлой серии мы, короче, бахнули большого... Как его там, блядь, зовут, забыл я. Сейчас скажу. Как его, блядь, зовут? Слаймы. Гордо. Во, гордо. Мы, короче, большого гордо захерачили. Вот. Теперь что? У нас вот здесь вот растет клубничка. Здесь у нас... ну, короче, я не помню, как она называется, эта херня. Ой, эти на плодоносили, смотри, как, да? Похавали, видать. Давай. Это мы сразу все втолкаем. Вот. Большого гордо мы одного, короче, запузырили, он лопнул и дал нам ключик. Если вот вы сейчас посмотрите в левой части, где у меня идет вот эта жизнь, вот это все-все-все, у меня есть там один ключик. То есть вот показывается, что один ключик есть. Блядство. Ебаная мышка. Так, вот. Короче. Что мы будем делать? Мы сейчас отправимся за... Ну, короче, нашел я одну дверцу, которую можно открыть. Так, эти вы не нужны мне. Мне нужна еда, потому что мы сейчас отправляемся, короче, ребята, в пещеру со злыми слаймами. Я не помню, сколько их там точно штук. Поэтому на всякий случай еды возьму побольше. Ох ты, блин. Так, нам бы еще пару дополнительных слотов, и было бы прям вообще все здоровско у нас, да? Так, здесь у нас пока что все. Ох ты, как, посмотри, как. Так. А, подожди, вот ты мне не нужен. Ты мне не нужен. Сука, заебали. Все жрут и жрут. Ладно. Отправляемся сюда. У нас есть морковочка. Так, вы что, злые, да? Да тихо, тихо, слышь, еда-то есть. Да ты, блядь, схера ли ты? Ну вот же, ёбаный. Ну, блядь, не говори. Я же-то теперь сейчас уже прошаренный. Так, на, похавай. Так, кто из вас еще тут не похавал? Они, походу, не едят морковку. Хотя как? Я же их до этого как раз морковкой накормил. Ну все, нормально, короче. Пойдем сюда. Здесь вот у нас есть такая, как бы, пещерочка. И вот она, дверца. Видишь, нажмите Е, чтобы использовать слайм-ключ. Давай, используем. Сим, приказываю, откройся. Я не знаю, что там. Обана. А, карьер Индиго. Все, что осталось от провалившегося проекта шахты. Слушай, прикольно, прикольно. Не знаю, кто здесь будет. Давай прочитаем. Так, я всегда был абсолютно счастлив в одиночестве. Места вроде этого старого карьера мне всегда подходили, мило, тихо и почти никого. Поэтому я решил, что жизнь в беспредельном запределе мне тоже подойдет. И знаешь что? Я проделал весь этот путь, и первый человек, которого я встретил, ну, она изменила мое восприятие вещей. Я думаю, тишина уже не была ни... так, не была чем-то хорошим. Мне нравился ее смех. Окей. Айда. О, огненные! Смотри, огненные слаймы какие-то. О, не, бля, не то выкинул. Ну-ка, подожди, дай огненного заберем. А, бабах, слайм.
Бабах слайм. Как. А, F1. Окей, давай посмотрим. Бабах слайм. Любимая. Так, еда, мясо. Любимая еда. Тернистая курица. Так, слаймология. Бабах слаймов часто слышат раньше, чем видят. Слаймовые клетки бабах слайма находятся в постоянной вибрации. Из-за этого их слизь все сильнее потрескивает от переизбытка энергии перед тем, как в конечном итоге взорваться. Тем не менее, взрыв бабах Смайлу не приносит ни единой царапины, хоть и встряхивает его не на шутку. Опасность для фермы. Так, бабах слаймы находятся в постоянном процессе подготовки к неизбежному взрыву, что делает их довольно опасными для фермеров. Помимо того, что сами взрывы наносят ущерб здоровью, они также обладают энергией подбросить в воздух всех находящихся неподалеку слаймов. В связи с чем этих слаймов так сложно держать в загоне. Пу-пу-пу-пу-пу. Схуямба. Сейчас мы. Есть у меня идейка. Короче, их-то эти слаймы что, дорогие, наверное, будут? Недорогие. Не пиздеть. Так, сокровищница закрыта какая-то. Окей. Так. Окей. Тебя накормил. Так, ты же обычный. О, блядь. Пизды мне дал, да, чуть-чуть. Чё? Кто? Так. Пока заберем. Окей. Слушай, бабах слайм кормится мясом, да? Давай посмотрим, что у нас здесь дальше. О, вот это да! Овощи скалистый гордо. Короче, все, ребята, в этой серии мы сейчас его накормим. Мы сейчас, блять, наберем овощей. Овощи — это у нас морковка. Мы сейчас наберем тупо кучу морковки. Так. А кукарикун ведет себя так, будто он король курятника. Так, блять, и что мне с ним делать? Пока что. Так, активировать. Ну нафиг, ты посмотри, какая у меня большая карта-то теперь. Окей. Так, здесь что у нас? Денег мне дали, да? И это окей. Давай выйдем сюда. Так. Это что за херня? Кто такой, бля? Ух ты, ебаный. Так, радиоактивный овощ. Окей. Неизвестно, произошли ли радиоактивные слаймы, которых иногда называют радики, из внешних источников радиации, или являются чем-то, что само по себе приходит в запределье. Так или иначе, радиоактивные слаймы изучают такую мощную ауру радиации, что они сияют в темноте. Так, овощи, да, они кушают? Так. Окей. Вот, смотри, водой, видишь, их можно всех успокаивать практически. Да иди сюда. Так, окей. Так. Я не знаю, у них, наверное, эти... Как они, дорогие будут? Дорого стоить будет по любасу. Тихо, блядь. Ты иди сюда. Да, блядь, да что же вы все взрываетесь-то, а? Так, этих двоих я собрал. Здесь тоже сокровищница какая-то закрыта пока. Окей. Так, сейчас мы их соберем. Ну смотри, здесь в принципе огромное просто.
Это, слушай, это какой-то водный слайм. Так, как мне его, блядь, проверить? Ладно, давай попробуем пройти сюда еще, посмотрим. Но здесь все, да, там еще радиоактивный. Блять, ну это смотри, я просто вообще много чего открыл, буквально за каких-то там 10 минут. Так, я часто приходил сюда, чтобы хорошенько отмокнуть. Это здорово прочищает голову. Иногда я замечал, что лужа Смайл краснел, и я никогда не мог сказать наверняка, связано ли это с моим купальным костюмом или нет. Так, у нас есть что? Мы можем, ну, к примеру, эти пока выбросить. Просто. И давай попробуем вот этого слаймочка. Иди сюда. Так. Лужа слайм. Еда, вода. Любимая еда отсутствует. Так, лужа слаймы – это редкий вид слаймов, который живет в бассейнах пресной воды в запределе. Эти смайлы не едят фруктов, овощей или мяса, в отличие от других видов слаймов. Вместо этого лужа слаймы впитывают воду в свое тело, пока они находятся на поверхности водоема. Для выживания лужа смайлам необходима пресная вода, и они быстро испаряются, если их надолго оставить на любой другой поверхности. Окей. То есть, по сути, я сейчас прям взял кого-то такого редкого-редкого, да? Иди сюда. У меня есть бассейн. И я думаю, это нам поможет. Окей. Все, крутяк. В принципе, все круто. Я вроде разобрался, понабрал всех, кого надо было. А, подожди. О, не-не-не-не, тебя забрать надо. Подожди, пятерочка. Так, вас двоих забрал я. Здесь еще кто-то есть? Нету, все. Пошли обратно на ферму. Слушай, ну прикольно, прикольно. Этот большой... Нам получается, смотри, у нас 3600. Мы, в принципе... Так, ну-ка. Мы можем... построить два загона, блять, нам надо два загона, вернее, построить два высоких, причем загона нам надо построить. Так, подожди, я заблудился. Вот сюда, окей. Ни хрена не сюда, куда мне идти-то? Ага, вот все правильно. С другой стороны. Хорошо. Хорошо. Так, эти, я думаю, еще не должны были обозлиться. Пока нет, они еще пока не голодны. Это мне на руку. А нет, уже кто-то голодный, уже кто-то взорвался. Все, ребята, пошли все в жопу. Вот серьезно. Крутяк. Просто крутяк. Так. Давай, быстрее. Так, какие у нас едят овощи? Отлично. Так, те едят овощи, а огненные бабах мясо. Хорошо. Так, как нам купить еще грядки? Нам купить еще грядки. Подожди, где-то же я как-то смотрел. Так, вот смотри, вот этих сюда мы троих, да? Да, вроде правильно, вроде их туда надо было. Так, давай, это все скидываем. Отлично, деньги есть. Деньги есть, это хорошо. Так, давай клубничку. Клубничку вот этим надо закидать. Тут, конечно, 3 штуки осталось. Так, вам тоже сейчас я все закидаю, ребята. Без еды никто не останется. Так, ну у вас еще осталось как бы тут нормально. Что-то те жрут хорошо прям. Так, она же работает, кормит. Так, давай вот эти соберу тоже. Так, давай.
Эти, наверное, будут какие-то радиоактивные плорты. По-любому приносите, по-любому они, наверное, будут дорогие. Так, давай-ка еще раз. Все поели, да, видимо? Хорошо. Хорошо. Такс. Окей. Так. Так, дикая сторона фермы. Расширение фермы. 1795. Так, дикая сторона. Посмотрим, здесь у нас что. Так, это у нас грот. Темная и мрачная пещера над уровнем моря и подходящее место действия для первой главы твоего романа. Понятно. Так, ну некоторых же можно в... Вот, ночных, к примеру, надо будет вообще выращивать в пещерах по-нормальному. Так, расширение фермы. Лаборатория позволяет тебе начать карьеру нелицензированного смайлового любителя. О, конечно. Короче, наверное, мы все-таки сделаем ту. Вы живы? Живы. Нормально. Подожди, у меня... Давай посмотрим. Вот это что это? Так, какие-то 67. Нормально, нормально, короче. Такие у меня сейчас довольно-таки дорогие должны быть они. Так, ну давай. Купить. И что это у нас? Ох, бля. Тихо, нахуй. О-о-о, приколюха. Приколюха. Так, давай. Загон. Высокие стены. Воздушная сеть. Просто, чтобы они нахуй не вылетали. Охереть. Окей. Так, деньги есть? Есть. Загон. Так, высокие стены и воздушная сеть. То есть пока, в принципе, вот этого, я думаю, будет хватать. Так, эти у нас едят, по-моему, мясо, эти овощи. Окей. Так, вот у нас, пожалуйста, и первые... Блять, откуда здесь только курица? Отлично, иди сюда. Так, я создал эту территорию сам, распространяя здесь почву с мшистого покрова, просто чтобы посмотреть, что из этого выйдет. Я надеялся, что привлечет одного или двух хищных слаймов, да не тут-то было. Может, стоит лучше посадить здесь немного тех здоровых грибов, а хищным слаймам точно нравится тусоваться около них. Окей. Ты посмотри-ка, как тут сюда. Хорошечно. Хорошо. Так, эти там что-то взрываются сами по себе. О, нихуя себе. Так, плотосборник я лучше поставлю, чтобы к ним не заходить. Ну их нахуй, серьезно. Сейчас они куриц похавают. Пожалуйста. Так, есть ли здесь... О! Тут куриц просто не видать даже. Они вот, короче, пасутся где-то. Ага, радиация. Где ты? А, вот она ты, окей. Вот еще. Хорошо. Идем сюда. Да ты что ты будешь делать? Сколько их тут, да? Не, ну это круто на самом деле. Да ладно! Охренеть, тут огромное пространство открылось. Так. Миуровые мне пока не нужны. Эти мне тоже пока не нужны. Фрукты. Так, ну ты маленький, у тебя пока толку, наверное, нету.
Охренеть тут. Во-во-во-во-во-во, вот это не да. Так. Хорошо. Хорошо. Давай посмотрим, что здесь. Итак, я часто проходил на этот, приходил на этот пляж, чтобы поразмыслить. Я сидел и глазел на те дальние круги и размышлял, что и зачем их, а кто и зачем их создал. Но большую часть времени я сидел и думал о ней. Окей. Так, эти мы пока не собираем. Нам, короче, нужно просто разобраться вообще, что здесь еще есть. Потому что, ну реально, территория просто огромная. Открылась нам. Так. Это эта сторона. Стоп, 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 стоп. Мане. Где-то еще курица какая-то ходит. Ну, ладно. Не суть. Ага, здесь у нас все понятно. Хорошо. Хорошо. Давай, отправляемся тогда, получается, обратно к нам. А, пятерочку. Пошел вон. Как бы. Нам сейчас эти вообще не страшны. У нас есть вода. Поэтому можем не париться особо туда. Блять. О-о-о-о! Миуровый гордо. Надо будет его. Ну его мясом надо будет кормить по-любому. Так, ладно. А, ну овощи есть у нас. Вон есть овощи. Овощи есть. Так, это все те взрываются, да? Так, тут немножечко промахнулся. Хорошо. Так. Все собрал, да? Нате он сразу куриц. Хотите, кушайте. О, нормально, нормально, нормально. Отлично. Так, ну они сами периодически взрываются еще, да? Ух ты, тихо, тихо, тихо. Бля, они такие проглоты, слушай. Такое ощущение, что они просто жрут, пока вот есть что жрать. Короче, хорош. На, еще одну курицу вам. Надо курятник какой-то разводить уже. Опа, еще курочка. Я тебя увидел. Так, вот у этих надо сделать тоже плотосборник, потому что, блядь, к ним заходить, это попадать под радиацию, то и тоже как-то не особо охота. Так, что это у нас? Это у нас овощ или не овощ? Сердцевёкла какая-то. Так, ну и чё у нас? Бабах плорт. 67 он стоит. 67, ты понимаешь? 67. Сейчас мы давай, мы сразу, короче, ставим туда плотосборник. Сильно не подходить. Плотосборник. Так, давай-ка и собираем. Отлично. Так. Слаймы, инструкция, ресурсы. Овощ. Овощ, все. Это овощ, пожалуйста. Так что их можно им давать, будут есть. Все, поели? Ты посмотри, курицы здесь как будто такое ощущение, как будто сами появляются, да? Можно даже не выращивать их. Просто периодически заходить сюда и, короче, скармливать их, да? Так, ну чё у вас? Еще тут вы мне что-то там... О, отлично. Отлично. Ладно уже, потом заберу, короче. Хорошо.
Хорошо. Надо, короче, овощей, потому что у нас там какой-то... Это гордо, не помню какой. Радиоактивный сколько? 64. Отлично. Вот это я понимаю. Теперь смотри, как бабки зарабатываются, да? Так, вы у меня... Вот это идите. Но у меня больше нету. Сорян. Давай я тут все почищу. Да, конечно, сейчас прям уже приходится, знаешь, туда чук-чук-чук-чук-чук вот так вот аж бегать. Опа, овощи, 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 морковочка. Отлично. Так, у вас еще пока все есть. Так, ладно. Давай сейчас скинем сначала все. Охуеть. Ой, это просто. Ты посмотри просто, сколько у меня уже всего. Трешка. Короче, как я понимаю, надо вот как раз таки лучше вот таких типа радиоактивных бабах, слаймов. У них на данный момент, по-моему, самые дорогие, да, плорты идут. Ну да, смотри, за 60 зашкаливают. Есть еще, правда, вот какие-то... А, это водянистые, наверное. Лужа плорт. А он сколько? 81. Подожди, это лужа плорт. Подожди, подожди, нет, не туда нажал. Слаймы. Лужа слайм, инструкция. Мне, блять, плорты я бы хотел посмотреть. Плорты где найти? Плорты, 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 плорты. Так, это мы сейчас открыли, короче. Заросли, по-моему. Так, а, вот здесь я могу, да, посмотреть, наверное, плорты. Нихуя. Плорт маркет. Окей. Так, ну что. Пошли того, короче, большого гордо. Не помню какого. Но. Мы его сейчас закормим нахуй. Так, он ест овощи, значит, нам нужна только морковка. Так. Это нет. Ты посмотри просто, сколько их тут. Мне уже просто, видишь, на этих, грубо говоря, насрать. Мне сейчас просто надо найти кучу морковки. Не знаю, а где. Ладно, курицу заберем. О! А кто это был? А что мне с ним надо было сделать? Какой-то, сука, золотой был слайм. Ладно. Так, идем в пещеру. Не знаю, хватит ли нам 27 морковок. Так, оп. А, нормально. Мы свеклу какую-то эту взяли. Так. Морковки. Куча, да? Давай этих еще заберем. Так, мелкие нам не нужны. Так, ну все. Хули заморачиваться. Решили накормить того, пойдем накормим. Не знаю, злые вы, не злые, я, короче, мимо вас. Окей. Здесь мы дошли. Так, что у нас? Да у нас дохера что есть, в принципе, да? С этой стороны мы тоже можем? Опа, нет, мы, кажется, только с той стороны можем. Так, вот розовый слайм. Самый поростенький, самый, можно так сказать, ненужный для нас на данный момент. Ну, да, я не знаю, правда, как мы тут ходить будем.
Так, ну все, нам вот в эту пещеру. Сначала скормим ему сердцевеклу вот эту. Давай, на! На! Сколько тебе надо? По глазам там будет видно, по-моему. Блять, еще не хватило, нихера себе. Подожди. Мне нужна еще морковка, ну серьезно, оказывается-то. Подожди. Слаймы, 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 слаймы. Там. Овощи. Города. Там такой же, да? Да, значит, овощи нужны. Сдохните нахуй. Охуевший, блядь. Так, и чё? Не, ну ты серьезно? Я же его не докормил. А, блядь, выйти там еще посмотреть. Мне сейчас просто интересно, у него вообще чухается это, то, что я его кормил? Или он уже... Не, он уже на пределе. Он, по идее, прям уже на пределе. Вот-вот, и он въебет. Так, отлично. Еще надо ему. А, бля, так, курица. Так, фрукты он вряд ли будет есть, да? Окей. Хорошо. Хотя ничего хорошего. Подожди, мне бы туда как-то попасть. Туда я, видимо, могу попасть только тут снаружи, наверное, да? Пошли, найдем либо сердцевеклу, либо морковь. Морковка нужна нам, морковка. Вот, бля. Смотри, вот оказывается, вот. Здесь я не был. Каменистая курица, блядь. Иди сюда, каменистая курица, блядь. А, ну и... И все так-то получается здесь. Сдохни, ёпта. Блять, нажрутся все, что не попади, и потом начинают хуйней страдать. Ой, ты даже опух, что такое, говорит, творится со мной. Успокойся, ёбану. Так. Во, мор... Блять. Ладно, плор-то я выкину пока. Так, вон там еще морковка, да? А плор-то валяются. Я их как, к примеру, выкинул, они так и валяются, никуда не исчезают. Так, окей. Хорошо, пойдем закармливать его. В принципе, у него не так много времени осталось. Так, фрукты мы сейчас скинем. Потому что из него по-любому кто-то повалит. О, все, давай. Бах. О-о-о. Сейчас, так, ребята, синенькие, дайте-ка я вас... Нихуя. Опа. Так, вас всех туда. А это у нас получается как какой-то телепорт.
Так, слушай. Так, морковь туда. Это что у нас? Чудной лук. Окей. Куриц обычных давай выкинем. Это у нас око-око. Окей. Так. Бля, сколько куриц-то, да? А это мы, значит, куда попадаем? Ух ты! Окей. Это, то есть, у нас будет, походу, какой-то типа телепорта. Откуда-то, я не знаю. Откуда и куда? Не знаю, давай же пойдем посмотрим, куда это нас дорога заведет. Чё-то, по-моему... По-моему, никуда, окей. Но смотри, мы набрали всяких, блядь, куриц. У нас каменистые курицы, есть кокорикун. Вот этих будет. Ладно, у нас есть чудной лук, который мы можем посадить. То есть, это причем то, что нам сейчас обязательно надо сделать. Сделать несколько грядок и посадить вот это барахло, которое у нас есть. Опа, пойдем. По деньгам у нас, в принципе, все довольно-таки неплохо. Есть практически 4 штучки. Так, главное, чтобы вот эти сейчас агриться не начали. Просто мимо них быстренько пробежим. Они сейчас, кстати, могут быть злыми уже. Но все ровно, они, видимо, просто сожрали все, что было. И они, короче, очень добренькие. Так, мне нужен курятник. Мне причем нужен не один курятник, а 2 курятника. Так, слушай, слушай, мне, наверное, надо... Кто у меня овощи? Овощи у меня едят те пиздюки. Что у меня давай посажено, посмотрим. Здесь у меня ага-ага. Ага-ага-ага-ага. Ага, это все уже собирать пора. Давай здесь сделаем пару курятников, потому что, в принципе, хищные у меня только здесь, которые едят только мясо, да? Так, давай, делаем курятник, купить. Высокие стены купить. Веселая травка. Какая? Весенняя травка. Так, весенняя травка приманивает копошившихся жуков, которых курица обожает. В сытом состоянии курица размножается в 2 раза быстрее. Ну, давай. Витаминизатор. Витаминизатор – последнее слово о самых развитых технологиях поведения домашних птиц и куриц. Так, витолучами, благодаря чему они в 2 раза быстрее вырастают здоровых куриц. Давай, конечно. Так, все, больше я здесь ничего не могу сделать, да? Да, давай, каменистых куриц сюда. Окей, каменистых куриц посадили. Мне, знаешь, что надо посмотреть? Так, курятник, держите куриц в загоне и избегайте восстаний. Окей. Так. Опа, не-не-не-не-не. Вот, кукарикуна сюда. Я в натуре кукарикун, блядь. Так, здесь чё, кто есть? Бегаешь тут, ну-ка иди сюда. Так, вы овощи едите. Так, здесь тогда мы садим участок земли купить. И давай... Так, у вас, подожди, у вас, по-моему, уже око-око зеленое, слаймы. Око-око, да, вот тебе, пожалуйста, будете жрать, упадло, у меня око-оку. Салатный бар. Так. Так, окей, это мы все собрали. Еще слышу кого-то. Так, здесь все, больше никого, да? Так, ну на тебе, вот вам еще куриц. А у них, по-моему, как раз-таки вот эти каменистые, да, идут? Тернистая курица. Там нет, там не тернистая, да?
Ну ничего, нормально, эти взрываются. Ух, нихуя ты, блядь. Опа, стопы. Так, все, все покушали. Давай, я собираю. О, уже, смотрю, уже сколько, 14, да? Там еще один есть. Отлично. Так, давай-ка соберем. Не, ну хорошо, все, у меня уже получается производство на потоке. Еще надо вот этот чудной лук посадить куда-нибудь. Я не знаю, это же тоже у нас овощ, да? Потому что у нас... Так, подожди. Плорты надо продать. О, что-то они, смотри, в цене как упали сильно. Ну, как бы они в цене не упали, они всяко лучше... Так, вы же овощи едите, да, как раз. Ой, фрукты вы едите. Так, вы у меня едите фрукты. Так, вы у меня клубничку. Так, клубничка одна осталась. Как раз у меня с двух деревьев уже клубнички эти нападали. Вот те хорошие, короче, большие, вон те, он розовые, они жрут все подряд. В этом отношении они, ну, как бы мне удобны. То, что можно им практически все давать. С другой стороны, у них плорты не особо дорогие. Поэтому, ну, сейчас, короче, будем постепенно от них избавляться, можно сказать так. Так, давай-ка вам клубничку заправлю сейчас. Смотри, как они на меня смотрят. Пожалуйста, ребята, кушайте. Так. А чё, включено же все? Нормально же. Нормально, тут смотри уже сколько у меня, да, тоже. Хорош. Отлично. Сейчас уже это добьем. И можно будет заканчивать. Отлично. Мне чудной лук надо куда-то посадить. И я вот, короче, не знаю теперь. Мне либо... Нахуй мне морковка, короче. Я убираю морковку отсюда. У меня этих есть чем кормить. А, давай я... Так, убрать растительность, купить. И вот сюда чудной лук посадим. Хорош, да? Так, что мы можем сделать здесь, чтобы быстрее оно росло? Так, нет, причем не это у меня нормально растет. Вот, допустим, клубничка вот эта. Так, чернозем содержит компост. Так, культуру выращенную всегда дают максимальный урожай. Купить поливочное устройство, чтобы туда были политы. Купить. Так, и пугало, чудо-врага для того, чтобы в случае заброшенных слаймов от посевов. Нет, это нам не надо, потому что у нас... Ух ты! Вот этих водных надо нахватать, с ними вообще нихуя не надо делать. Они просто сами по себе, короче, сидят там и все. Так, здесь давай мы тоже это все купим, наверное. Денег же и хватает. Вот. И поливочное. Все отлично. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Слышь? А ты каким образом? Так, окей, надо вам шарманку купить. Шарманку. А чё, жранина же есть. С этими что-то как-то не очень. Я не знаю, ну на двоечке пускай стоит. Наверное, это будет хорошо. Так, лужа плорт. Нормально, двушечка есть. Так, вот, вот здесь нам тоже вот это все надо. Чернозем, поливочное устройство. А вот здесь тоже чернозем поливочное. Это мы, короче, для начала сейчас сделаем то, что нам, блядь, надо.
чтобы у нас это все было. Сейчас я закончу апгрейды, ребят, и, наверное, будем завершать. Так, что вам? Нате вам, пожалуйста, морковки кучу. Я вам еще не могу сделать автокормушку вот эту. Так. Так, у вас здесь тоже что, пока чернозем. Бля, поливочное устройство не могу. Ладно, сейчас я сделаю. Сейчас все будет. Что-то вы, блядь, как-то долго это. О! Я вообще не понимаю, откуда эти берутся у меня здесь. Просто в тупую, короче. Ну хорошо. Морковка здесь сама у нас растет, это тоже неплохо. В этих... Эти что, тоже, блядь, бесконечно жрать могут, что ли, я не пойму. Отлично, хорошие плорты. Так. Да, ну реально такое ощущение, что они могут жрать просто бесконечно все. Так, здесь, опа, куричка. Хорошо. Пойдем, короче, это все втолкаем и починим, ну, не починим, а уже проапгрейдим ту грядочку. По идее, у нас теперь оно все будет просто охеренно давать плоды и, наверное, может быть, как-то быстрее. Нормально. Почти двушечка, да? Оп. Игра, честно, понравилась, но, блядь, ну, прикольная, реально прикольная. Так, поливочное устройство. Все. Крутяк. То есть это у нас как раз то, что любят они. Есть водичка. Так, ладно, эти пускай пока пасутся, да? Фрукты. Окей. Ну все, что, ребят, на этом, я думаю, мы можем заканчивать. Вы овощи только едите. А вот, неплохая серия, прям неплохая, я так считаю. Потому что мы, считай, сегодня и бабахнули большого этого. Ларгу, Гаргу, как он там, блин. Поэтому прям, ну, нормально. Развернули немножечко побольше уже свою ферму, то есть открыли один участок. У нас есть теперь еще радиоактивный и бабах слаймы. Этим что-то как-то не очень. Их надо, короче, в пещеры. Их надо в пещеры. Их надо в пещеры. Видишь, им получается, скорее всего, то, что на солнышке, им хуёвит просто-напросто. Ну, вот это я понимаю. О, все, дела идут в гору у нас просто-напросто. Давай еще у этих заберем. Опа. Лужа слайм. Надо, да, еще таких вот понапривозить, и вообще будет хорошо. Мне там уже и понаписали туда-сюда. Ну что, в принципе, все, ребят, на этом будем заканчивать. Офигенно у нас просто получилось. Очень насыщенная серия. Давай зайдем, посмотрим. У нас письма. Так, корпорация 7Z. Корпорация 7Z хотела бы сделать вам особое предложение. Мы приглашаем вас вступить в эксклюзивный, чрезвычайно избирательный и очень востребованный премиальный клуб 7Z. Премиальный клуб дает вам возможность достигать так, супер премиумных рангов в рамках, ага, туда-сюда. Короче, в принципе, все. Премиальный клуб 7Z. Так, информация отсутствует, да? А, ну-ка подожди, раз мы можем купить, давай-ка еще раз. 7Z.
дает вам возможность достигать супер премиумных рангов в рамках эксклюзивного клуба. И все это всего лишь за половину супер премиумной цены, насколько это просто. Каждый ранг дает вам новый титул внутри клуба, а также уникальные премии, такие как красивое обновление вашей фермы, эксклюзивные опции персонализации и многое другое. Так, мы с нетерпением... О чем мы паримся? Давай, конечно, купим. Купить. Пионер. А обновление забора? Подожди. Ладно, это все. Будем уже делать все в другой серии. На этом, ребят, мы заканчиваем. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, добавляйтесь в группу ВК, добавляйтесь в друзья. То есть, ребята, давайте активнее. Ну, на этом все. Пока-пока.